Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео я поделюсь с вами, что я заказала себе в каталоге номер 10. Вот здесь у меня много всего передо мной разложено, и все это вы увидите сейчас в этом видео. Итак, начну я, конечно же, с подарка. Мне пришел подарок за спонсорские баллы. В прошлые два каталога очень много новичков ко мне регистрировалось. Кто-то из вас меня выбрал. Спасибо вам большое. Если кто-то хочет еще зарегистрироваться, еще не зарегистрирован в Oriflame, то ссылка под этим видео вот здесь в подсказках, либо вот здесь я вам оставлю код, можно ввести смартфон и заполнить анкету. И люди размещают заказы, хорошие заказы для себя, для своих знакомых, совместными покупками, и начисляют спонсорские баллы. Вот мне за спонсорские баллы пришел вот такой увлажнитель воздуха. Еще мне придет кофеварка и также зубная щетка, еще какие-то подарки. Они у меня сейчас еще некоторые стоят в резерве, некоторые еще доходят, но сейчас пока могу показать вам только увлажнитель воздуха. У меня уже есть один увлажнитель воздуха, и недавно я про него рассказывала в видео про то, что я заказывала на AliExpress. Там я заказываю, кстати, для него фильтры. Это видео на семейном канале, можете там посмотреть. И вот этот я давно хотела, ну, я хотела, в принципе, увлажнитель, но очень обрадовалась, что Oriflame дал по акции такой классный подарок, потому что у нас есть две спальни, одна детская, одна взрослая, и вот на одну спальню всегда не хватает увлажнителя. Зимой особенно. Батареи, воздух сухой, и кожа сохнет, и волосы более тусклые. И вот увлажнитель спасения. И я его ставила, у меня просто руки все не доходили купить, то в одну комнату, то в другую. И всю ночь возле кровати у меня работает увлажнитель. У меня большой такой увлажнитель, Philips, по-моему. И это очень круто. Вот такое ощущение, что ты спишь где-то на морском побережье, когда постоянно идет циркуляция влажности в воздухе. Не знаю точно, как это технически называется, но теперь у меня будет два увлажнителя, и я буду каждую ночь спать с увлажнителем, и детки мои тоже. Как можно использовать еще, кроме того, что просто увлажнять помещение, можно и нужно добавлять в увлажнитель эфирные масла. Эфирные масла я заказываю на iHerb, сразу предвижу ваш вопрос, оставлю вам ссылки все внизу в описании. Очень классные, и они у меня на разные случаи жизни. Есть эфирные масла цитрусовые, это для поднятия настроения. Есть эфирные масла релаксирующие, там ланг-ланг, древесные разные. Это для того, чтобы спать с ними. Они для легких очень хорошо работают. И есть эфирные масла, которые в период простудных заболеваний, это разные эвкалипт и тому подобное. Сейчас уже вот точно не вспомню, но эвкалипт — это прям у нас самое основное. Чайное дерево, кстати, чайное дерево, вот Oriflame тоже можно закапать такой увлажнитель. И вот на разные случаи можно прямо в воду капать эти эфирные масла и получать еще дополнительное удовольствие от вот подобного агрегата. Если у вас еще нет, то вот прям искренне рекомендую. По спонсорским баллам вы уже не сможете сейчас его получить, но можно купить в магазине. Это, мне кажется, для женщины, для того, чтобы поддерживать красоту, увлажненность кожи, волос. Это необходимая просто вещь. Увлажнитель на 2,5 литра и хватает одной заправки воды на всю ночь. Я еще свой не включала, но уже видела, как он работает. И, кстати, очень подробно этот увлажнитель показал Юра, это партнер мой, он снял видео о своем заказе на своем канале. И там же он показал очки. Очки сейчас показывают все, как мне писали в прошлом каталоге. Эти сумочки красные в каждом обзоре, в каждом заказе. Ну да, вы любите смотреть обзоры, теперь все начали снимать обзоры. И я тоже показываю вам очки, которые пришли мне по акции Oriflame эксклюзив. Вот Юра тоже, кстати, в своем заказе очень здорово и крупно показал эти очки. Вот вы тоже можете посмотреть. В этих очках, наверное, самое ценное, самое крутое, что всем очень нравится, это вот этот футляр для очков. Это домик, в котором ваши очки будут всегда целы. Поверьте человеку, который в путешествиях больше всего это аэропорт, когда у меня ломалось много очков. Это зал ожидания, это самолет, это вот эти сумки, билеты туда-сюда, и очки, они все время в сумку и сумки. И тогда у меня не было таких футляров, я сломала столько крутых очков, классных и дорогих, но сейчас я все очки ношу в футляре. Плюс к этому очки также не царапаются, когда вы кладете их в сумочку. И как и
обещала в Instagram, в сторис, я вам показывала, что эти очки близнецы очков, которые были в летней коллекции 2018 года. Я их тогда себе взяла, но не носила. Сейчас, видите, тренд дошел. Это такая вот мода, наверное, 60-х. Посмотрите, насколько они похожи. Немного совсем отличается дизайн у новых очков, которые по акции Oriflame Exclusive. Душка немного больше и есть украшения. И там буквально по размерам я смотрела 2-3 миллиметра отличие вот в длине дужки и отличие в самих очках. Поэтому, если у вас есть такие очки, океане они назывались, вот в таком футлярчике приходили, то имейте в виду, что очки, которые мы сейчас получаем по акции, они практически копия вот тех, которые были в летней коллекции 2018 года. Вот так очки выглядят на мне. Ну, я думаю, что вы уже в социальных сетях видели многочисленные фотографии, обзоры и можете себе представить, как эти очки смотрятся. И вот так эти очки выглядят в сравнении тоже на мне. Вы можете видеть, что практически не отличается. Кстати, как вы считаете, похожи эти очки? Одна эта форма или все-таки у нее есть различия? Ну, еще совсем немного отличается цвет стекла. У очков новых стекла теплого оттенка, а у очков двухлетней давности, назовем их так, стекла холодного оттенка. Также из драйверов мне пришли желтые часы. Эти часы я заказала своей дочери. Я увидела, как у нее загорелись глаза. Старшая дочь сказала, у меня фитнес-браслет, мне не надо, у меня умные часы. А средняя дочка, она вот захотела такие силиконовые, но она любит такие часы. Уже я ее покупала из белого силикона, где-то мы на курорте брали. И теперь вот в Oriflame вот такие часы. Тоже очень много я вижу вопросов по оттенку часов. Ну, девочки, это цветопередача, понимаете, это как бы вот как снимает камера, как видит объектив. Если кто-то снимает в обзорах на смартфон, они будут чуть серее, чуть более тусклые. Если это профессиональная камера, она будет брать цвет более приближенный к настоящему, более реалистичный. И еще у нас наш глаз очень сильно оттенки рассматривает по-разному. Это есть многочисленные тесты в интернете, покопайтесь, мне было вот очень интересно, что мы разные оттенки воспринимаем по-разному. И поэтому, когда вы смотрите, и я смотрю на один и тот же оттенок, например, часов, то мы его воспринимаем немного по-разному. На мой взгляд, эти часы яркие, они такие лимонно-банановые. Если взять цвет лимонный и цвет желто-банановый, замесить, то получится вот такой оттенок. Кстати, к моей рубашке подходит, да? Как вы считаете? Может быть, возьму у дочери поносить. Очень многие писали, что да, сейка, японский механизм сейка, можно разорвать вот этот чехол, да, вот здесь вот есть надписи, и прочитать там, что это действительно японский механизм сейка. И да, я могу отметить, что все часы Oriflame ходят просто безукоризненно, только успевай менять батарейку, а сами часы не отстают, не бегут вперед. Я уже забыла вообще, что это такое, у меня когда-то были в детстве, далеком, в подростковом возрасте, часы, которые имели такую способность отставать. Мне кажется, что сейчас никакие часы так не делают. Или просто, может быть, я имею дело только с классными часами Orient и с часами Oriflame. Не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у вас опыт общения вот с различными часами. А я перехожу к следующему продукту моего обзора. Это большие упаковки. Продукт там, если сказать точнее. Давайте мы начнем с больших упаковок шампуней. Их у меня два шампуня для тонких волос. Это шампунь, который содержит комплекс фитонутриентов из соевых бобов и масла семян дикого шафрана. Эти шампуни богаты протеинами, липидами, и они аналогичны тем, что присутствуют в структуре волос. И вот этот шампунь для придания объема тонким волосам защищает волосы, питает и восстанавливает изнутри. И я всегда беру пену моющую, такие средства в Oriflame, а не где-то в магазинах. Ну, во-первых, потому что мне нравится продукт,
продукция, мне нравится эффект от этой продукции, и потому что у этой продукции два срока годности. Один срок годности мы с вами видим на донышке, и здесь мы можем видеть, что этот шампунь действителен, срок годности у него до апреля 23 года, представляете? Но если крышечку открыть, сорвать вот эту пломбу, то срок годности этого шампуня резко сокращается до 12 месяцев. С момента открытия баночки срок годности 12 месяцев. И вот подумаем, если мы идем в супермаркет, и там кто-то уже понюхал, если какие-то средства вы берете без пломбы, откуда вы знаете, когда была открыта вот эта вот упаковка с шампунем, с гелем для душа, да и вообще с любым косметическим средством, и как давно уже стартовал вот этот вот уменьшенный срок годности у этого средства. Я беру в Oriflame именно по той причине, что здесь все приходит с пломбами, и когда я открыла, с этого момента у меня начался сокращенный срок годности, и я знаю, что я использую в этот период, до меня это никто не открывал. Итак, у меня два шампуня для придания объема тонким волосам, в них также еще есть комплекс керамидов, который восстанавливает поврежденные волосы, укрепляет, разглаживает и придает блеск, и вот эти шампуни придают объем моей прически совершенно в быту не объемный, ну на день точно. Написано на сайте, что 48 часов, но сутки точно объем у меня держится. Иногда и на вторые сутки остается. Поэтому я использую всегда, когда мне нужно придать вот такой вот легкости прически. Но также я беру всегда еще и увлажняющий шампунь. Тоже у меня два. Я беру в больших упаковках. И об этом я вот недавно совсем очень подробно на семейном канале рассказала видео об уборке в ванной комнате. Там вы можете посмотреть своими глазами, наконец-то, как я переливаю продукты из больших упаковок в маленькие. Там как раз есть вот эти шампуни в больших упаковках и маленькие упаковки тоже из этой серии. И вот этот шампунь увлажняющий, он позиционируется для нормальных и сухих волос. И здесь тоже есть в этом шампуне комплекс фитонутриентов. И также здесь еще есть гиалуроновый комплекс. Он удерживает влагу внутри волос, обеспечивает интенсивный уход. Гиалуроновая кислота, она связывает молекулы воды и таким образом помогает поддерживать уровень увлажнения и делает волосы более гладкими и здоровыми. Когда мне не нужно сниматься, либо выходить куда-то в свет, когда мне не нужна такая объемная прическа, но я хочу гладкие, здоровые волосы, я еду на пикник, гуляю, да просто я делаю дела, я всегда пользуюсь вот этим шампунем. А когда мне нужно вот садиться перед камерой, либо какая-то фотосессия, либо еще что-то, какой-то выход в свет, тогда я беру шампунь для тонких волос. Но, если честно, мне нравится и тот, и другой, и мне все равно, каким из них пользоваться, потому что они не нагружают мои волосы. Волосы легкие, здоровые, гладкие и блестящие. Также я взяла в этот раз себе расческу. Расческа приходит у нас в индивидуальной упаковке. Вот вы видите на экране, что абсолютно запакована расческа. Есть две насечки на упаковке с двух сторон. И давайте я сейчас вскрою эту упаковку, и мы посмотрим саму расческу. Я скажу честно вам, что я перестала заказывать расчески в Oriflame. Раньше я просто обожала, я заказывала их много, но недавно, когда серия сменилась именно вот на такой дизайн, я заказываю расчески, мои самые любимые, по-моему, скелетные они называются, ими очень удобно сушить волосы, приподнимать у корней, но вот эти вот все шарики, они у меня отлетают очень быстро, месяц-два и уже нет шариков, что, конечно, для меня большая печалька, может, потому что у меня у всей семьи длинные волосы, и все очень активно пользуются расческами, дети, подростки очень активны. Дочка маленькая тоже очень активно расчесывается. Муж, ну мужчина, тоже длинные волосы, он тоже расчесывается. Я увидела, что расчески у меня летят, а вот без этих шариков расческа царапает волосы. И я перестала покупать. Где-то, наверное, года два я уже не покупаю расчески. В прошлом дизайне служили много-много лет в стальном таком серебристом. Но недавно я была в бане и забыла в бане все свои расчески. И девочка со мной была, мой партнер, и я попросила у нее расческу, говорю, дай мне,
пожалуйста, я свои забыла. И у нее была вот именно вот эта. И знаете, что называется, если ты делишься искренне и даешь попользоваться и попробовать то, что у тебя есть, то человек, он тут же принимает решение, что ему это надо. Я расчесалась, эта расческа, она очень мягкая, она очень приятная. Вот я сейчас ей расчесываюсь. И я надеюсь, что именно вот на таком дизайне расчески, массажной щетки, эти шарики сохранятся. Ну, я потестирую, уже через полгода все будет ясно, и я тогда поделюсь потом с вами в обзорах. Если вам интересна, конечно, такая информация. Кстати, в другой раз я была в бане, я хожу в баню летом, вообще люблю очень баню, и тоже со мной была моя хорошая очень знакомая, я дала ей попользоваться продуктами, и она тут же мне все заказала. Все вот, что я брала себе, для себя, попользоваться эссенцию, краску для волос, спросила она, какая у меня краска, маска, которой мы пользовались, Love Nature, вот все, чем мы пользовались, она у меня тут же заказала. Поэтому просто искренне делитесь тем, что вам нравится, и у вас тоже будут большие заказы. Переходим дальше к большим объемам. Это у нас отшелушивающий гель для душа с малиной и мятой. Он стоит чуть дороже, чем обычный гель для душа, 295 рублей. Сейчас со скидкой его 20%. И я все равно его заказываю, потому что он содержит экстракт мяты, который славится своими освежающими, тонизирующими свойствами, и экстракт малины, богатый витаминами, который помогает восстанавливать кожу, придавая ей сияющий вид и аромат, просто потрясающий фруктовый малиновый аромат. И там есть два вида отшелушивающих гелей для душа. И, девочки мои, я обожаю ваши комментарии. И, конечно же, когда я делаю заказы, я такая же спонтанная очень девочка, я думаю, ну что, какое заказать? И я читаю комментарий Одри, привет, который пишет, ой, вот тот мне не нравится, второй, который ягодный, а малиновый, это прям любовь. Я такая думаю, ну окей, значит, у меня в заказе будет два малиновых. Поэтому, Одри, спасибо за рекомендацию. И всем, кто оставляет рекомендации, просто огромное человеческое спасибо. Я прислушаюсь к вам. Вот, видите эти гели с малиной? Я к вам прислушиваюсь. И очень часто я делаю свой выбор, исходя из ваших отзывов, которые вы оставляете на канале Взлет. Но вот этот гель для душа я люблю сама, без каких-либо отзывов, нежной любовью. Пара вышли из чата. Не клево. Так, это у нас кокосик. Такие красивые. Кокосовая вода и дыня. Очень красивый. Очень вкусненький. Это гель кокосовая вода и дыня. И он всегда был в мини-упаковке. И тут Oriflame выпускает мне его в большом объеме. Спасибо, Oriflame. Теперь я его тоже буду переливать. Это какой-то нежнейший, свежайший аромат. У меня, наверное, какие-то личные ассоциации. Он мне напоминает палатку с фруктами на берегу моря. И я когда пользуюсь им, то вот у меня такое ощущение, что я в отпуске. У меня какие-то якорные, наверное, свои впечатления. Но гель для душ чудесный, он очень красивый, свежий. Если вы любите вот такие вот свежефруктовые ароматы, то очень рекомендую вам попробовать. Тем более он стоит чуть дешевле, чем отшелушивающие гели. И большая упаковка, 500 мл, вам точно его надолго хватит. В этом геле для душа содержится настоящая кокосовая вода. Она богата аминокислотами, энзимами и растительными фитогормонами, которые замедляют старение клеток и делают кожу более эластичной и упругой. И также в этом геле есть сок дыни. Он увлажняет и насыщает кожу витаминами. Также в этот раз я заказала еще средства для душа. В серии Feel Good сейчас просто обвал цен, и я заказала два мусса для душа из этой серии Love It Up. Это чувственные очень средства, на них хорошая скидка, и там смешана соблазнительно бархатная слива с пикантным черным перцем, известным афродизиаком. Мне очень нравится чувственный аромат. И также вот этот мусс для душа можно использовать для бритья и для душа. Здесь есть такой значок, пометочка, вы можете увидеть. То есть вам не нужны какие-то еще дополнительные средства для бритья, когда вы покупаете мусс. И цена на него действительно низкая. Я взяла сразу две штуки. Ну, давайте покажу вам текстуру, потому что одно небольшое нажатие и просто огромное количество пены. Посмотрите, сколько пены, посмотрите, какая
она густая, какая она большая. И вот вы видите, насколько это средство экономичное. Не надо поливаться им с ног до головы. Вы можете всего лишь выдавить маленькую капельку, которая тут же превратится в большое облачко пены. И также у меня есть еще одна парочка муссов. Раз уж такая на них скидка, я решила взять и тех, и других по две штуки. И это у нас вдохновляющий мусс для душа Feel Good. Называется он Be Happy. Даже название какое классное. Be Happy. Здесь сочный аромат красного апельсина. И он в сочетании с куркумой дарит позитивный настрой. У меня на ванне будет стоять и тот, и другой. Гели Feel Good мне тоже очень нравятся. Они очень красивые и они более экономичные по цене, чем муссы для душа. Но они не экономичные, по крайней мере, в нашей семье в использовании. У них достаточно большая дырочка у этих пузырьков. И вот у нас просто вот дети, муж, они все у меня льют этот Feel Good гель в огромных количествах. И я только поставила на ванну. Шикарно смотрится на ванне. Если вы можете следить за дозировкой использования, то обязательно себе купите. Они вот радуют только одним дизайном. Но я не могу следить за дозировкой. У меня душ принимают 2 раза в день, летом иногда даже чаще, и заканчивается очень быстро. Муссы держатся дольше. И вы видите, в каких больших объемах у меня обычные гели для душа. Но вот у Love Nature у них маленькая дырочка и выливается меньше. Feel Good, там, конечно, только переворачиваешь на мочалку и выливается сразу много. Это вот мое такое наблюдение. Переходим дальше. В моем заказе есть парочка замечательных продуктов New Age. Первое, это то, что я решила побыстрее заказать, пока идет скидка. Это антибактериальный гель против воспалений New Age 24-часового действия. Формула этого геля борется с воспалениями, как только они начинают формироваться, и уменьшает их за сутки. У меня спросили видео под обзором, когда я делала обзор на этот гель. В нем вот 15 мл. Достаточно большой такой тюбик, он с носиком. И из носика вы капаете на воспаление. И этот гель, он очень густой, то есть у вас какой-то прыщик, вы на него капнули и оставьте. Если вы еще не ложитесь спать, ну чуть-чуть заранее это сделайте до сна и походите вот с этой капелькой. Вот раньше у геля Pew Skin был вот этот эффект. Последнее время я у геля Pew Skin этого эффекта не вижу. Может быть, они немного поменяли формулу вместе с уменьшением пузыречка, как отметили мои глазастые зрительницы. Пузыречек уменьшался, уменьшался, уменьшался. И может быть, с формулой тоже что-то изменилось. Но раньше вот у Pew Skin был этот эффект. Наносишь, с капелькой походишь, ложишься спать, и утром прыщик, он уходит, он прям уменьшается. И просто остается пленочка, которую вы снимаете, и ничего нет, тональное наносите, и все, у вас нет воспаления. Вы идете, делаете свои дела. Последнее время у Pew Skin я не вижу вот этой пленочки, и вот этот сам эффект уменьшения воспалений, он немного стал меньше. То есть воспаление уменьшается, но вот чтобы так явно, вот за одну ночь и сильно, такого я большого эффекта не наблюдаю. И вот когда я вот этим гелем попользовалась, в этот момент я вспомнила вот этот эффект от того самого геля Pew Skin. Я, кстати, даже не помню, Pew Skin он назывался тогда. И вот тогда было то же самое, вот то, что сейчас от этого геля. И я буду его заказывать, и мы будем держать его на случай вот таких воспалений. Потому что прямо на прыщик наносится, пленочку снимаете, ничего нет. Вот это то удовольствие борьбы с воспалениями, которое можно получить от такого геля точного воздействия. Поэтому я его заказала в заказе. Когда я делала обзор, я еще не знала вот этого эффекта, а потом какое-то время, несколько раз я попользовалась, и я увидела, вау, да, это тот самый эффект. И второе, что есть в моем заказе, это моя любимейшая эссенция New Age. Это такой продукт, который входит в топ, наверное, 3-5, даже не в десятку, а прям в самые-самые первые лучшие продукты, на мой взгляд, каталога Oriflame. Эта эссенция — это один из традиционных этапов азиатского ухода за кожей. Уже получил этот азиатский уход за кожей признание всей мировой бьюти-индустрии, потому что здесь прогрессивные формулы, и вы можете дополнять этой эссенцией с мультиактивным морским пребиотиком свой любой уход, какой бы он у вас не был. Вы в любом
любом случае усилите действие своего ухода. Морской пребиотик, он оздоровит микрофлору вашей кожи, увлажнит, самое главное, ее, будет способствовать сужению пор. И эссенция восстанавливает кожу, стимулирует процесс клеточного обновления, укрепляет защитный барьер и придаст вашему лицу более здоровый вид, как мгновенно, так и при регулярном применении. Мало того, что эффективность доказана клинически, так и эта эссенция проверена моим личным опытом. Я познакомилась вообще вот с этой корейской эссенцией, еще начинала с компании Shiseido. У меня знакомый работает в ЦУМе, прямо вот который стоит там рядом с Красной площадью, и он подарил мне вот эту эссенцию. И когда я попользовалась, я подумала, боже мой, почему в Oriflame нет такого потрясающего продукта? Но там, сейчас я точно вам не скажу, тогда на тот момент, пару лет назад, это стоило 5-6 тысяч рублей. Сейчас не знаю, сколько у них стоит. И тут, через каких-то там полгода, выходит эссенция. Я сразу знала, что я куплю этот продукт. И я сразу знала, что я буду им пользоваться. Единственное, я молилась, чтобы вот наша эссенция была не хуже, чем та эссенция, которой я пользовалась до этого, другого бренда. И я надеялась, что это New Age, что они не подкачают. Они не подкачали. Я заказываю постоянно. А так как я делаю более 150 баллов каждый каталожный период, то у меня есть возможность заказывать любой продукт с 50% скидкой. Чаще всего это продукт New Age. Когда вы делаете заказы на свой номер, и когда вы активно размещаете заказы, у вас суммарно в течение каталога набирается более 150 баллов, то начиная со второго каталога вы можете каждый каталожный период заказывать любой продукт. Вот я, например, эссенцию New Age заказала с 50% скидкой. А для новичков, кстати, она входит в стартовую программу. Поэтому, если вы раздумываете, зарегистрироваться ли в Oriflame, то сейчас самое время. Вы можете зарегистрироваться и на третьем шаге получить эту эссенцию в рамках стартовой программы для новичков. Выгоды новичков я снимаю отдельное видео. Обязательно посмотрите. Вот здесь ссылочку вам наверху оставлю и внизу тоже под этим видео. И еще, как настоящая девочка, я заказала себе в этом заказе парфюмерные дезодоранты с различными ароматами, вот, которыми я не пользуюсь, которые я не особо люблю, но я решила, почему бы не дать этим ароматам такую возможность прийти в мою жизнь. И я хочу ими попользоваться, поносить и посмотреть, может быть, в какой-то я влюблюсь, может быть, снова, например, как Love Potion, когда-то у меня была водичка, я ее пользовалась довольно продолжительное время, а с какими-то, может быть, познакомлюсь, и, может быть, это будет новая моя любовь. Что меня сподвигло? У нас есть чат для моих партнеров, сообщество «Взлет», где мы делимся различными рекомендациями. И мне девушка в чате, ну всем нам, пишет новичок: я очень люблю Possess, это такой прекрасный аромат, он как ниша, он такой дорогой, он такой честный. Я думаю, ну я вот все время прохожу мимо аромата Possess, может быть, я зря это делаю, может быть, мне нужно попробовать. О, а тут парфюмерные спреи, закажу. Ну, почти все я заказала, и теперь каждый день я пользуюсь разными ароматами, ношу их и стараюсь оценить их на себе. Пока, честно скажу, мое мнение не особо меняется, все-таки я его сформировала, но давайте я вам расскажу буквально в двух словах о каждом аромате. Вот тот самый Possess, он придает коже аромат, естественно, парфюмерной воды Possess с нотами иланг-иланга, пачули и ананаса. Действительно, это аромат дорогой парфюмерной воды, это не такой повседневный, не проходной аромат, это аромат, когда девушка себя несет, она знает себе цену, она себя любит, и она знает, что все должны ей восхищаться. Вот для меня это аромат Possess. Ну, не зря прототип аромата, образ аромата — это Клеопатра. Следующий давайте рассмотрим, это у нас Giordani Gold Essence. Та самая Giordani, которая очень красивая.
очень любимое многими, и этот аромат, его прямо передают и рассказывают о нем везде, во всех обзорах, какой он замечательный. Я думаю, ну как я-то, как вот этот итальянский парфюм, не могу никак распознать, не могу никак в него влюбиться. В общем, заказала я Giordani Gold Essence, буду влюбляться. Ну, Love Potion — это без вообще каких-то комментариев. Посмотрите, какой стильный флакончик, красно-черный. Это афродизиаки. Love Potion придает коже соблазнительный аромат, естественно, туалетной воды Love Potion с нотами имбиря, цветков какао и шоколада. Но так как я пользовалась этой водой, то я очень хорошо знаю этот аромат. И маме своей я заказывала Love Potion. Но это капля любовного эликсира. Мне он на каждый день тяжеловат. Но знаете, иногда хочется почувствовать себя вот такой соблазнительной девушкой. И еще один, это уже французское направление. Это у нас Eclat Femme Weekend. И этот парфюм, это изысканный, композиция, наполненная радостью. Здесь цветочные, фруктовые, зеленые аккорды. Это прямо целое французское турне. Ноты бергамота, красной смородины, персика. Давайте его протестируем. Нежная свежесть травы, листьев, аромат розы, перечная терпкость белой фрезии. Вот все это очень чувственно, очень свежо, очень, вот знаете, как-то по-девичьи. И знаете, я считаю, что девушка, она может себе позволить, как вот Рената Литвинова, недавно я увидела обзор у нее один в Инстаграм, где она подберет вот так вот и делает вот так. Я люблю поливаться разными ароматами. Я, конечно, не Рената Литвинова. И пусть это будет проблема тех, кто сидит рядом со мной. Мне совершенно все равно. Я люблю вот благоухать. И желаю каждой из вас благоухать тем ароматом, который вы любите, который вам нравится. Девчонки, любите себя, балуйте себя. Ну, кто в конце концов еще вас побалует, как не вы сами. И радуйте себя новыми покупками. И обязательно хвалитесь в комментариях, что вы заказали себе в этом каталоге. И если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под ним лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение, посмотреть видео о новинках Oriflame самыми первыми. Пока-пока.